Добрый вечер всем, добрые зрители доброго канала. С вами Наталья, приют «Творит добро». Ролик о помощи малышу, который пострадал от человеческой жестокости. Недели три назад у нас был вопиющий случай в нашем городе. Мне позвонила одна из моих знакомых, моя подписчица Елена, и рассказала, что в центре города белым днем инвалид на коляске, который находился в центре города на одной из остановок, схватил маленького щенка и начал грызть зубами. Именно зубами он грыз собаку. То есть там присутствовало множество людей, которые были в шоке от происходящего. Первая вступилась за собаку женщина, а потом двое мужчин, которые не могли очень долго отнять собаку. Не собака напала на человека, а человек схватил собаку и начал грызть зубами. Я незамедлительно поехала в поисках собаки, но, к сожалению, я поопрашивала всех, не нашла. Я только увидела на остановке, в тот момент валялась коляска, его обувь и костыль. Как выяснилось, мужчина этот умер. Очень долго по правоохранительным органам женщину вызывали, этих мужчин, потому что ждали экспертизы, от чего он умер. А что вообще на самом деле произошло. Но о собаке, о дальнейшей судьбе собаки мы не знали ничего. И буквально, наверное, дня 4 назад мне позвонила молодая пара, которые скинули пост в подслушано. Они нашли щеночка, они знают 100%, что это этот щеночек, потому что об этом говорил весь город. История действительно из ряда вон выходящая, что люди уже кидаются, едят собак белым днем. Это, конечно, страшно. И попросили помощи со щенком. Сегодня я клепочку забрала, так я решила назвать малыша. Это малыш, это совсем щенок, это маленький ребенок, который в своей жизни уже перенес самое страшное в своей жизни, что может только быть. Ну, вот у меня, честно, у меня нет слов. Уклепы. Есть чувствительность в лапке. Она пока сохраняется. Но так как уже прошло достаточно времени, да, это около 3 недель, пока есть шансы, но шансы будут таять, как вы понимаете, с каждым днем. Мне бы очень хотелось, чтобы вы не прошли мимо, чтобы мы помогли клепочке сделать операцию, потому что у него, я так понимаю, предположительно двойной перелом. У него перелом именно в той части, в какой его грызли. Но чувствительность в лапке сохраняется, лапка у него вывернута вся из-за перелома, из-за того, что он срастается неправильно, то есть во внутреннюю часть. В понедельник записала клёпу на рентген, на прием хирурга, ортопеда. Но, к сожалению, сами понимаете, финансовая сторона, как всегда у нас слабая. Он не понимает, как ему прыгать на 3 лапках, что у него с лапкой. Уважаемая моя большая дружная семья, я прошу каждого не пройти мимо этой ситуации и помочь ребенку сделать операцию. Чем быстрее мы определим его в клинику, тем быстрее будут шансы на то, что я это вижу. Поверьте мне, за 8 лет как бы я уже понимаю травму, какая она, вот, и чем быстрее мы соберем финансы, тем быстрее мы поможем нашему клёпе стать снова полноценной собакой, забыть весь тот ужас, тот страх, который он пережил. Я очень вас прошу, помогите, не пройдите мимо. С большим к вам уважением, волонтер Наталья.